Новый продукт «Консультант Плюс. Изменения в бюджетной сфере» создан специально для бухгалтеров бюджетных учреждений всех типов – бюджетных, казенных, автономных учреждений, органов власти. Обзор дает информацию по вопросам, наиболее часто встречающимся в практике бюджетных бухгалтеров. КосГУ и КВР по доходам и расходам, учетная политика, организация внутреннего финансового контроля и другим. Новая система поможет свериться в вопросах бюджетного учета. Можно ли делать так, как делали раньше, или что-то поменялось? Сориентироваться в основных применяемых нормах по конкретной теме. Узнать о предстоящих изменениях по теме. В случае проверки быстро просмотреть информацию за период, на который попадает проверка. Посмотрим, как это работает. Например, проверим, что изменилось в порядке формирования резерва по отпускам за последний год. В быстром поиске введем «Резерв по отпускам. Последние изменения». Выберем «Последние изменения. Резерв по отпускам». Перейдем в документ. Получим обзор изменений законодательства по нашей теме. Посмотрим, из чего он состоит. Есть ссылки на готовые решения по теме и образцы заполнения форм. Подготовлена подборка актуальных изменений, расположенных в хронологическом порядке, начиная с самого нового изменения, со ссылками на нормативную базу. Выделены будущие изменения законодательства. Рассмотрены изменения законодательства за последний год. Мы видим дату вступления в силу изменяющего документа, заголовок, передающий суть изменения, короткую аналитическую информацию о соответствующих изменениях и ссылку на изменяющий документ. Благодаря изменениям в бюджетной сфере вы никогда не пропустите самые важные изменения по вопросу, который будете изучать, и действительно сэкономите ваше время.